Дорогие друзья, мы прошли с вами большой цикл уже передач. Вы многое узнали, я многое рассказал, но я готов и дальше пояснять, рассказывать, чтобы всем было понятно. Как профессор могу сказать, далеко не все лекции понятны студентам. А вот чтобы было понятно, надо обладать не просто искусством, то есть надо обладать такими технологиями, чтобы добраться до мозгов и до сердца студента, и не только студентам. На своих мастер-классах, которые я веду и обучаю студентов и врачей, я подробнейшим образом все рассказываю с использованием моделей. Это новая система преподавания австро-германская Festa Didaktik. Я уже говорил о том, что я обучился этой технологии в Австрии как инженер, а как врач я экстраполировал, то есть перенес на медицину. Почему я это говорю? Все, что понятно, непонятно, задавайте мне вопрос. Я буду все на моделях, все это показывать и рассказывать. Более того, мы моделируем всякие заболевания, отклонения, и вот тогда становится понятно, что произошло. И вы сами часто даете ответ, что теперь делать. На какую точку нажать, в каком направлении идти, нужно ли лекарство, нужны ли очки, нужны ли уколы и так далее. Система моделирования позволила нам с вами укоротить путь от звука, от педагога исходящего до вашего понимания, чтобы все было ясно. Если что-то не ясно, виновен не студент, а преподаватель. Обратите внимание, вы находитесь в студии необычном. Это мастер-класс студия, где я веду занятия со многими слушателями, рассказываю обо всех проблемах нашей офтальмологии, и не только офтальмологии, оптометрии в частности, да? Но все это на моделях. Вокруг меня модели, известная вам мартышка Мила, она наша фишка, да. Вот образ девушки. Мы моделируем, например, косоглазие, обратите внимание. Вот глазки сходятся, вот. Потом, когда мы будем говорить о косоглазии, как помочь в этой проблеме, из чего надо начинать, вспомните эту модель. Наша модель вот эта, которая вам уже известна, великолепнейшая, дает нам возможность познать, что из себя представляет восприятие человеком того, что он должен воспринять. Иногда мозг не принимает. А почему не принимает? Наша модель это все показывает. Вот. Мы включаем и опять наши изображения, которые сейчас вот перед вами. Все это элементы моделей. Без моделей трудно постичь. Что касается отдельных тем, следующие будут тоже с моделями. Благодарю за внимание.